Ну чё, иди сюда, или я за тобой приду сама. Ставь лайк, если тебе меньше 18 лет, и напиши в комментарии. Твой любимый фрукт по одной букве. Погнали! Всем привет, ребята! С вами я, Игрокодор. Сейчас я играю против бабульки, и она меня тут держит, смотрите. Она хочет пройти. Быстро пришел. Смотрите, она поставила сюда капкан на лету. Ё-моё. Ты думаешь, пройдешь? Нет, не пройдешь. Я... Ах ты, дурачок! Я тебе сейчас покажу! Иди сюда! Она упала, ребята! Отлично! Сегодня хочу я, ребят, поиграть за бабульку и против бабульки. Хочу пойти, знаете, куда? Открыть потайную дверь на улицу и сбежать оттуда. Так, давайте, смогу ли я упасть? Хоп! О! Нет! I see you. Нет, она идет! Только не это! А, внучок! Иди сюда! Опа! Лохушка! Ай! Ай! Кто такое? Погодите! Где я? Что происходит? Куда я попала? Нет! Я застряла! Нет! Что происходит? Ай! Блин! Как? Не могу двигаться! Помогите! Эй, внучок, куда ты пошел? Что происходит? А ну-ка, ну-ка, ну-ка! Дайте я пойду к ней! Помогите! Нет! Что происходит? Эй, внучок! Подними меня наверх! Так, ребята! Сейчас покажу, какая будет концовка, когда ты сбежишь из офиса. Смотрите, девочка, открывай. Быстрей. Сейчас, подожди, не могу достать. Давай быстрей, сейчас бабка придет. Я знаю, то, что она придет, не могу достать. Ключик жирный чересчур. Блин, девочка, ну давай, открой. Не получается, сам открой, на. Блин, ё-моё. Yes, открыла. Хорошо. Так, что, мы сбежали? Да, девочка, открой. Ай, все, уходим. Так, бабушка, до свидания. Вот такая... Открой! Вот такая концовка. Вау! $115! Вау! Бабушки-поварёшки, бабушка идет печь пирожки. И я русская бабушка, купила себе желтое платье. Думаю, вам понравится. И раз. Ставься. Опа, отлично. О, внучок, иди сюда. О, три внучка. Идите сюда. Опа. И раз. Одну споймала, сейчас второго. Хопа, и двас. Отлично, уже почти всех споймала. О, внучок, здорово. Хирос. А, блин, я думала, она меня не заметит. Пожалуйста, не замечай меня. А я типа уйду. Я типа ухожу. Ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блин, помогите. Думаю, она уйдет, я сбегу. Раз-два, раз-два, ух. Хорошо. Хопа! Это сюда, девочка. Хоп. Ладно. Изи. О, помогите. Что делаю? Эй, я летаю. О, один внучок. О, ах ты внучок, иди сюда. О, нет, не трогай меня. Нет, не хочу умирать. Нет, не надо, пожалуйста. Я буду целовать твои ножки. Внучок, ты наивный. Хей, раз. О, внучка вижу, иди сюда. Раз-два, раз-два. О-о-о! Сидели два медведя на тоненьком суку. Хи-раз! Сидели два медведя на тоненьком суку. Один сидел как следует, другой кричал ку-ку. Ай, оба шлепнулись в муку. О, тихо-тихо, там внучок. Тихо-тихо-тихо, сейчас поймаем его. Только никому, ребята. О, внучок, пердок. О, не надо давить, пожалуйста. Я отвернусь лучше. Так будет лучше. Блин, пожалуйста, уйди. Я не хочу тебя видеть. Ты не рад? Тихо, тихо. А? Нет, нет, не буду смотреть. Внучок, ты что делаешь? Куда ты пошел? На! Вообще офигел. А, внучок, ты что? Ребята, лунную походку делать тоже мне тут внучок нашелся. Раз ку-ку, два ку-ку, оба шлепнулись в муку. Рот в муке, нос в муке, оба в кислом молоке. Шутками шутки, но я должна найти внучка одного. Внученька! О, внучок! Ха-ха-ха. Только появился, сразу же умер. О, она тут. Хе-хе-хе. Иди сюда, внученька. А, не надо меня бить, пожалуйста. Хе-хе-хе. Хе, раз. Давай, попробуй убежать, внученька, а я посмотрю в окно. Ай, внученька, ты что думала, спасешься? Ирис, мне в комментарии написали, чтобы я сразу их шлепала по попе. Ну, ребята,
операция «Сбежать из домика через черный вход» начинается. Так, пацан, идем со мной. Я знаю, сейчас я только выйду из текстуры. Ха, ну давай, выходи, пацан, выходи. Так, я вам покажу. О, нифига себе, какая бабка. Ну, чата, я настоящая страшная бабушка, поставьте лайк. Уходим, уходим, уходим. Надеюсь, она за мной не пойдет. У нее маска очень стрёмная, ребята, увидели? Ну ладно, противостояние. Профессионал бабушка против профессионального игрока. Внучка. Ха-ха-ха-ха. Вот, ребята, мы должны выйти из этого входа, выхода, да, и посмотреть, что будет, какая концовка. Ну, чата, иди сюда. Капец, она быстро бегает. Это нечестно. Но ничего страшного. Я еще не такое видел. Ха. Ой, не ту картинку вставил. Блин! Раз, два, три, четыре, пять. Я вышла гулять. Ха, иди сюда, внучок. О, девочка сюда попалась. Опа, возьму. А, тут Гренни, нет, пожалуйста. Хопана, отлично. Споймала одну внученьку. О, я в туалете. Я сижу в туалете. Ой, внученька, что ты там в туалете делаешь? Признавайся. О, внучок, хопа. Капканчик стоит. Иди сюда. Я угощу тебя пирожками. С вкусными пирожками. А, беги. Ой, внучок, зря ты сюда зашел. Ах ты, внучок, пердок. Там же тупик. Раз. Отлично. Одно споймало. Внучок, что ты там стоишь? Ой, там капкан, что делать? Я не знаю, блин. Это называется безысходность. Хирос. Что ты убегаешь, а? Что? Что такое? Что я сделала? Ты что мне боишься? Внучок, о, там капкан был, да? Хопа. Блин, внучок, пердок, куда пошел? А ну-ка вернулся. Я тебя испекла пирожки со вкусом носков. О, внучок, ха! Ой, блин, тупая дверь меня подвела. Куда мы и идем с внучком, большой-большой секрет. Но я должна споймать этого внучка, потому что он обед. Классно я придумала, ой, бабушка креативная. Эти шаря, хопа. Интересно, споймала его, нет? Тут капкан будет стоять, ништа. Какой наглый внучок, смотрите, я ушла. Я типа ушла, а он упадет. Хопа. О, блин, нет, какая профессиональная бабка. Ха. Ну, я знаю то, что я профессиональная, потому что я давно играю уже. О, еще один фиолетовый внучок, иди сюда. Пока. А, там капкан, наверное. А, нету капкана, в смысле? Ах вы, блин. Раз-раз-раз, это Хардбас, все спортивка Хадидас, а бабуля в желтом платье, потому что это, кстати, ха-ха-ха. Ой, крутой я рэпер, да? Ай, так, внучок, выходи. Внучок, я тебя видела, выходи. Два внучка тут. Хе, раз. Ой, два внука. О, что происходит? О, помогите. Что это было? Лохушка. Блин, из-за тебя мы упали. Ай. Нет, из-за тебя. Из-за тебя. Вы что со мной сделали? Откинули меня, блин, гаденыши. Ай, на тебе, будешь знать. Ай, блин. О, я на внучке стою. О, бабушка, слезь. На тебе капкан в лицо. Ой. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик, я очень старался. Было очень смешно, наверное. Если вы засмеялись, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и напишите Go еще продолжение. Я сниму еще Granny Roblox. Все, с вами был я, Игорь Кодор. Всего вам хорошего, всем удачи, всем добра, всем позитива, всем пока. И напишите комментарий, что купить для бабульки. Тут очень большой ассортимент, то есть смотрите, вот. Большой ассортимент глаз, платьюшек, масок. Потом, конечно же, эти, оружие. Пишите комментарии, что будем покупать в следующий раз. Все. А, я бабулька купила себе новое платье. Поставьте лайк, а то ишь. Все, ребята, всем добра, всем спасибо, всем пока-пока.